Чего ебать? Чё? Чё? Охренел, что ли? Ай, бля. Выходи из машины. Выходи из машины. Охренеть, они вдвоем там сидят, что ли? А багажник откроется? Нет. А как открыть они машину? Сюда. Они типа украли ключ или нашли, я не понял. Я не знаю. Слышь, открывай. Опусти стекло. Открой дверь. Открой. Открывай дверь. Открывай дверь. Чё ты машешь? Открывай дверь, сопляк. Я тебе... Ты домой можешь уже не возвращаться. Открывай. В смысле уйти? Ты охерел, что ли, совсем? А, там еще одна девчонка, я только сейчас. Я тебе еще раз прошу, просто сейчас открой, пожалуйста, дверь. Мы отвезем твоих подружек домой. Поедем домой, закажем пиццу, посмотрим какой-нибудь кинчик. Все будет хорошо, чё, просто. Ты? Ты что делаешь? Ебалус, пожалуйста, успокойся. Что с тобой происходит-то, не пойму. Зачем ты это делаешь? Он довольный еще. Он говорит, уйди, открой, пожалуйста, дверь. Просто успокойся. Девчонки, вы хотя бы скажите ему, чтобы дверь открыл. Откройте там дверь, на кнопочку нажмите. Он умеет ездить, вы понимаете?